Том на Хелионе поставлю, тут без рыбы хватит. Не, комплексую. Не достаю. Слишком далеко. Все, но больше танков не выдашь. Тата вообще охуенно. Маги, дайте столик. Маги Фукс, дай столик. Слышишь, Фукс? Был уже на прошлом. Чё, КД что? А, на рыбу похава. Ладно, ладно, после этого босса дашь. Ага, всё, тогда не давай, если кому-то надо. Всё, короче. Сейчас густая кровь или кто-то из БДК, короче, начнет человек на пу... Давай, начинаем. Это Кирилл играет. Раз в полгода заходит. Спасибо, танк. Спасибо, танк. Что умирает дерево. Беру, вы, конечно, зря тут даете. Я же исступление снимаю. С кем-то вместе стоял, что ли? Да не, я поскользнулся. Уважаемый мутант, прости меня, Войда, дурака, замут в РК. Я же в РК не давал, блин. Поехали к Болтару. Так, сплюсаните, у кого есть спек танка сейчас. И кто в танках плюс. КВ у нас АФК. Так. Эмили, Актулгалы, густая кровь. Ну, сейчас смотрите, спекайтесь в танк. А, 5,6. Ну ничего страшного, 5,6 спекайся. Актулгалы тоже спекайся. Густая кровь, будешь на боссе. Моровин, ты что же в танке сейчас? Да, я в танке. Ага. Так, ты тогда будешь на первой копии. Актулгалы будешь на... как она называется, на второй копии, на последней. Значит, суть такая. Значит, спекнуть хила, чтобы не упали. Если упадет Актулгалы, то Эмили заберешь. Если... ну, густая кровь не должен упасть, потому что его хилить будете Вульгрим с Зандалари вместе. Айоши хили этого Актулгалы, которая держит первую копию. А я буду хилить... ой, блять, Моровинда, который держит первую копию. А я буду хилить Актулгалы, который держит последнюю копию. Вот, ну и соответственно частицу на МТ. У нас сейчас 4 танка. Да, все правильно, и 5 хилов. А то я им не доверяю, ни танкам, ни хилам. Войч, даст мне ветераны или нет? Отпивайте ману, короче. Банан, ты где? Я тут. А. Смотри, что только забрался куда-то. На ель ворона взгромоздясь, да? Позавтракать уж было собралась. Да призадумалась, блядь.
Ты Пушкина решил рассказать, или кто это крыло? А этот... Давай, густая... это, стреляй, на. Густая кровь в танке? Слышь, ты что там, рел, что ли, Деймос? Давай густая кровь. Да, я тут батя царь. Власть, льда включи. Да это власть, да, дайте лапу, дадите синенькую... лапу, дайте. Да закройся с лапой, блядь, сейчас дам мут, блядь, будет тебе лапа. Это, не флудите в РК. Власть льда включил, все нормально. Уйдите из-под морды. Там он ведет, блядь, что он делает. Но... Давайте еще раз. Да, блядь. Не флудите, лишний базар не разводите. Встали под босса и убираем. Смотрите, Ренимал прошел в гильдию, попустил мутанта. Не води... Так, подожди, помолчите. Не водите никуда, встаньте под морду босса. Что непонятного? Что вы там вдалеке стоите? Падаем. Подойдите к боссу, упали. Сейчас мы будем учить густую кровь танчить. Густая кровь, ты в РК? Живых. Слышишь, густая кровь, ты в РК? Плюс они в рейд там или что-то, ты говорить не можешь. Умри. Слушай, вот давай это, я зайду за танки. Давай, не мороси. Так, залетаем в инст. В каком центре? Как упал вообще? Понял. Короче, 5 что ли, блять, какой в центре танчит? Короче, смотри, густая кровь, я тебе объясню один раз, должен понять с первого раза. Когда ты бежишь на коне, агрится босс, ты также продолжаешь бежать на коне, спрыгиваешь вниз, в воздухе нажимаешь ледяное прикосновение на босса и отводишь его так от уступа от этого, чтобы милики встали и начали бить босса, но не ведешь его в центр. Я тебе покажу, где должна быть жопа босса. Вот здесь, где звезда, вот здесь должны милики вот так стоять и бить босса. Ты вести босса должен вот так вот. Отпрыгивать от вихря, когда будет вихрь, и вести его к центру. Вот здесь с правого плеча босса будет появляться копия. Всегда с правого плеча босса на 15 метров появляются копии. Это танки знают. Не веди его так. Спрыгнул, встал и танчишь. Как начался вихрь, отпрыгиваешь. А, и еще. Имейте в виду, что танк ведет в центр босса. Не надо вставать на пути босса. Потому что он вас убьет кливом или вихрем. Перед собой он бьет. Давайте, бафайтесь. То же самое. Густая кровь на боссе. Муравинт, первая копия. Актулгалы с Эмили на последней копии. По хилам я уже говорил, так что чекну. Хилы, вам совет. Чтобы не бегать за танком, бегите впереди танка далеко. Если танк отходит, вы его будете хилить. То есть не останавливаться, не бежать за ним. То есть вы не уроните танка. Первая пати, лоб, маг. Маг. Дайте кулак, пожалуйста. Поварам. По пистам. Так, заводи густая кровь. Покажи, на что ты научился. Прыгаешь. В воздухе ЛПшка. Не таун. Таун, блядь, используется тогда, когда с босса с тебя срывали. Отведи немножко босса, чтобы милики встали за спину и его стали бить. Им удобно будет. Отлично, ты справился. Значит, муравин, приготовься. Чтобы словить копию максимально удобно, нужно подойти ближе к боссу, потому что тебя будет откидывать ближе к 66%. Вдвое сильнее страдания. Надо подождать. Так, я вижу, ты нажал незыблемость, муравин. Ты тоже, у тебя большие погрешности с тактикой. Ты тоже не прав сейчас. Я надеюсь, босс не будет двигаться, когда произойдет второй стан. На 35% отдай кровь вампира и что-то такое сильно. Хилы так сильно. Он стоит под этими.
под лезвиями. Чё я? Девять. Точнее, под вихрем. Соник. Мы падаем, да? Пробуем. Все, говорит, босс всех сбивают. Блять, давай я зайду, я один троих просто затанчу, отвечаю. Один троих уже. Один как голубушка. Блять, я не знаю, как тут можно падать. Ой, там Изабелла пришла, певись. У меня один такой вопрос. А метки вообще выносит кто-нибудь? На танке не, не, они катаются? Нет, мы не выносим метки. Тут отходит есть танк. Что-то? Отходит танк, просто прожимается вовремя на метках. И захиливают хилы. Я вижу, как прожимается. Так, ну давайте. Значит... Моровинд, кто там, густая кровь, Актулгалы, Эмили, спекайтесь все в ДД, банановая, на помощника, а нет, на Эрела, возьмешь меня, заходи, Деймос, на протопал. Короче, слышишь, Бананова, ты тут? Да, ты дашь мне дмут потанчить, сейчас, да? Сейчас зайду. Нет, ты сдохнешь. Ты баун, дай потанчить. Что такое? Ну ты давай, не веришь, давай ты мне, да? 10 тысяч голды дашь, если сдохнешь. А если не сдохну, то ты мне? Хилить буду, блядь. Я хилам, блядь. Только сейчас всех подговоришь. Хилам по 20 тысяч тоже давай, чтоб мы тебя хилили. Так, уважаемый Моровин, густая кровь, Актулгалы, Эми, прошу вас... Вы видите, найти... что происходит здесь в Камчатике? Нет, не вижу, пока не до этого. И уважаемые тех, кого назвал, просьба к вам, найти, которые относятся. И посмотрите то, как происходит танкование вот этих вот копий, ну и так далее. Когда кто прожимается, у меня там все это записано. Давай, пати Деймос. И Void Knight. Спиной в стенку встаешь, и все эти вихри, тебя вы должны выхиливать. Всё. Слышишь, мутант, будешь флудить, я тебя с река уберу. Понял, не? Так в смысле, мне уже Ренивал дал мут в гильдии. Давай, а что это за восьмая патч? Ну это отличившиеся. Но ты их перекинь, у меня восьмые патчи выключены. Да, я знаю. Так, надо теперь... А кого вы понабирали, пока это самое? Кто-то здесь лишний. Кого понабирали, спрашиваю? А Гримарда порубить? Да-да, Лок еще какой-то, Изабелла там. И Бибоп там, шаман. Тут так-то люди еще есть? Так-то порубить берем. Олег, по гримах, да? По-моему, был. А. По гримах, по-моему, был. Он на Деймос зашел. Нет, Деймос был Ротату. Так. Тикайте на сумму. Ротату, блин. Нахуя вы меня кикнули? Присумбонили. Да там, потому что 25, да? Человек. Блять, ну поняли, я принял КД, сука. Нахуй ты меня кикаешь? Кикни сам себя, и я поведу этот рейд. Так, подожди, телефон. Ой, ты тут? Ищет кнопку, чтобы себя кикнуть.
Я не знаю, когда надо будет заходить за БДК, потому что у нас войт БДК трещит. Так, все, подошел. Суманите Куве. Куве, ты здесь? 10 минут прошло. Нету его еще. Ну все, бери Бибопа и погнали. Он тем более в драконьем по... короче, быстро это... Он сказал, подойдет через 10 минут. Все, давай, короче, я на боссе, Деймос на первой копии и на второй. Ты, Деймос, пекнулся? Да-да, погнали, все, готов. Чек на пул. Ты слышал, что тебе Олег сказал? Я не знаю, что вы за ерунду говорите, там Олег, не Олег. Когда я передал рейд лидера, надо было взять меня и Деймоса. То, что вы там понабрали тысячу этих людей, которых, ну, которых КД не было, это, ну, неправильно так. Потому что 25 человек. Так, ну а кикни ты QV, да, его все равно нету. Что ты гонишь? Он подойдет. Вот. Давайте. Я начинаю. Цирк приехал. Привет, Лука. Да? Вы тут один, а только слышишь, на 40% прожмись там перед последним. А что ты меня, блядь, тючишь? Вот, ёб твою за ногу, пожалуйста. Надо, пожалуйста. Ну, смотри, не упади. Пошли по стеночке в комнату. Ты на трэше, я на боссе. Произошли страшные события. Только по стеночке едьте. По стеночке, по яйцам прям по вот этим. Преступным. Но до сих пор оно не подвергалось такому штурму. А мутанта уже в РК нету, надеюсь. Черные драконы явились из ниоткуда. Мы даже не успели понять, что происходит. А чё Шанан ушел? Куда он делся? А мне Олег 2000 ГП въебал. Могу идти теперь в отпуск. Олег, ты тут? Здесь и запечатала вход. Нас убивали с расчетливой. Он в РК? Нет? Не, он вышел. Он обиделся, что я, видите, его затроллил там много. Ты затроллил? Я вообще не понимаю, что случилось. Сейчас я по телефону отвечал. Что случилось у вас? Я написал ха-ха-ха, типа он же тебе 2000 ГП въебал. И он мне взял, въебал 2000 ГП. Я ощутила присутствие их настоящего лидера. Так, ладно, давайте после инста. Герои, мне неведомо, чего добиваются эти захватчики. Но одно я знаю точно. Их нужно остановить. Начинаю. Алекс сразу выбрала достойных союзников. Жаль, что придется прикончить вас. Слуги, обратите их в пепел. Ты чё, Шанан, точно вышел? Ушел уже, да? Ну да. Ну как видишь, ты увидел, что я покинул рейд. Олегу можешь сказать спасибо. Я, ну, мне без разницы на ваши разборки, я не знаю, что у вас случилось там.
весеннее обострение, что я без понятия. Я же тебе говорил, он тебе 2000 ГП въебал. И мне еще. Я не видел ничего. Ну можешь глянуть сейчас у себя и по ГП, он тебе на ДК кинул. У тебя 2 косаря сейчас. У меня 2 косаря. Охуенно. Хайтер сам рейды ходит. Помогает. Я буду с волчатом ходить. Все, уйди, пожалуйста, с РК. Не нагнетай здесь ничего, мне это не надо слышать. Тебя типа тошнит? Не порти людям настроение, ты последний раз говорил. Сорян, короче, телефон звонил, поубило. Да все быстрее сделать, Войд, давай быстрее убивай босса. Давай, не учи меня там как убивать. Ты долго убиваешь босса. Что-то не нравится покинуть этот рейд, как шана. Покинуть шана. Тело. Чардж БЭш покинуть тело. Пошли на ту сторону, к хвосту. Вы опоздали. Я во тьме танчу, во тьме, по хилам. Вульгримс задувал хилить и тьму, а Йоши остаешься в свету, Зандалари выходишь в свет. Зандалари, а Йоши свет хилите. А Йоши диспелишь первую третью, Вульгримс или задувал, договоритесь, кто диспелит тьму. Деймос, танчишь свет. Хорошо. Так, первая, вторая группа, выходите в свет. Это касается Изабеллы и Оргримара. Вы милики, вы выходите в свет. Дальше. Так. Третья, четвертая группа, остаетесь во тьме дамажить. Так, Кувей не подошел, ну-ка. Главное, что требуется здесь не умереть, выносить метки. Так, Кувей не подошел. Ставлю лут, чек на пыл и начнем. Принимайте готовность и начнем. Никто не шевелитесь. Банан тут? Да, пусть добав и крест. Пусть добав. Пусть добав и крест по друидам. Принимаю. Будет еще метеор, милики, отойдите от босса. Милики назад. Перебегайте. Наноси метку, посмотрите. Через 3 секунды заходите. Вы найдете лишь страдания. Входите, если посмеете. Я пока не могу использовать эту способность. Кстати, кто тончил тьму уже? Я сейчас такую штуку заметил, что он не двигается, не дергается. Приятно, да? Босс находится ровно в центре. И это уже не зависит от скилла танка. Хотя можно. Ага. Лезвие двигай.
один. Сейчас фаза уже, короче, 50. Смотрите, фаза. Первая, вторая, на выход в портал. Перед посланником смертокрыла. Лезвие, смотрите. Во тьме третья группа стоп, все остальные бьем. Ктулгалы банану его носит. Метеор побежал. Все бьем. Давай, рост в обоих мирах. Все шаманы, рост. Давай, Рога выноси, Герыч выноси. Так. Вторая группа в свету стоп, все остальные бьет. Вторая группа не бьет. Топор выноси, метеор побежать. Все бьем, вторая бьет. Где големы? Все бьем. То же самое, вторая группа не бьет, все остальные бьем. Последний раз. Крюгер выноси, муравей выноси. Пустая кровь. Изабелла вынес. Вынес он там нормально. Культа вроде ставил. О, чешка упала. Так, чешку сейчас разрулим. Не ливайте с рейда, чтобы получить ЕП. Не ливайте рейд. Чешку ролим. Я на ЕП сейчас зайду. Чешка напала? Да. Рольте наручи. Да, ты ему отдал. Чешка напала. Точки хуйня полная. Рольте. Балаш вроде бы эти. Выбор, если я не ошибаюсь, и колба. Ошибаешься. Ну там много можно спорить, как бы. Это все калькулятор надо включать, так что... Конечно же. Что не спорить с человеком, который за паладина 6 лет играет? Нахуй с ним спорить вообще? Ну да ладно. Ладно. Лучше, блядь, даже череп, чем эту пешку. Герой. Так, все на ИП зашли? Познакели. Это, погоди, стой. Финиш ИП нашу маку.